9 лет колонии строгого режима получил Зява Махачкалинский. Такой приговор криминальному авторитету Зиявудину Абдулхаликову вынес Верховный суд Республики. Неоднократно судимый Абдулхаликов с 1990 года по настоящее время занимал высшие положения в преступной иерархии. По версии следствия, свой криминальный авторитет он использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельности. Напомним, в сентябре этого года в Дагестане осудили и другого криминального авторитета Шамиля Магомедова, известного как Шамиль Смолянский. Он получил 8,5 лет колонии строгого режима.